К дорожной теме мы еще вернемся, а пока продолжаем выпуск. У красноярцев возникли трудности с приложением «Красноярск Энергосбыт». Недоступны ни онлайн-оплата, ни передача показаний. Все эти проблемы временные и возникли из-за того, что предприятие переходит на новое программное обеспечение. Займет это только первую декаду апреля, а клиенты получат квитанции позднее обычного. Переходный период можно внести на свой лицевой счет сумму, равную начислению за предыдущий месяц, либо дождаться квитанции и заплатить по фактическому начислению. Требовать пеню за март с клиентов, которые внесут оплату после получения платежного документа, не будут.